Многие люди боятся лечить зубы. И совершенно напрасно. Мы убедились в этом, когда приехали в Международный день стоматолога в стоматологическую поликлинику города Ульяновска. Ведь здесь работают специалисты только по призванию. А в поликлинике новое современное оборудование, которое позволяет лечить зубы быстро и без боли. В стоматологической поликлинике Ульяновска лечат зубы и взрослым, и детям. Здесь можно пройти профилактический осмотр, восстановить или удалить разрушенные зубы, сделать хирургическую операцию и установить импланты. Благодаря современному цифровому оборудованию диагностика проходит максимально бережно для здоровья пациентов. В 2021 году пациенты получили возможность пройти обследование на компьютерном томографе. Наш новый аппарат 3D-томограф пришел на смену более простым технологиям, которые были как 2D-визуализация. А с помощью всего одного сканирования этот аппарат позволяет сделать более точно и более быструю манипуляции для диагностики. Преимущество исследования на новом аппарате заключается в том, что это более точное исследование, и с помощью программного обеспечения доктор может посмотреть срезы, то, что ему удобно. С помощью компьютерного томографа обследовали уже более 50 пациентов из разных уголков города. В период пандемии большое внимание уделяется разведению потоков пациентов и соблюдению санитарных мер. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку на сегодняшний день, поликлиника продолжает работать. Прием пациентов идет в штатном режиме, то есть с понедельника по пятницу мы работаем все 11 отделений. В субботу работают 7 отделений с 9 до 15.30. До 20 часов работает стоматологическое отделение на железнодорожной 19. Есть также у нас кабинет оказания неотложной стоматологической помощи ночью, который работает с 21 до 7 часов утра. Нурия Халимдарова внимательно следит за здоровьем своих зубов и регулярно проходит осмотр у стоматолога. На прием к врачу она записалась дистанционно через госуслуги, что очень важно в период пандемии коронавируса. Записаться было несложно. Записалась я через госуслуги. Профилактический осмотр делают 2 раза в год. Посещая стоматологов 2 раза в год важно, потому что ухаживать за зубами нужно в первую очередь. Кроме госуслуг, записаться на прием к стоматологу можно в регистратуре, при личном обращении и по телефонам поликлиник. Также появилась возможность записаться на прием через инфоматы, расположенные в холлах стоматологических поликлиник. Это позволит вылечить зубы быстро, с комфортом и без риска. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Ол Правда ТВ.